официально для Голтем-Су. В Южной Африке, на территории ЮАР, расположено самое глубокое отверстие в земле, какое когда-либо удавалось вырыть человеку. Кимберли Майн представляет собой алмазную шахту, на которой когда-то работали 50 тысяч шахтеров. За все время функционирования шахты, запущенной в 19 веке, из ее глубин удалось поднять 2720 килограммов алмазов. Теперь на месте шахты, недалеко от которой разместился город с таким же названием, зияет гигантское отверстие в земле, на дне Кот-Арова находится озеро. Искупаться не желаете?